Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Продолжаем рубрику «Йодзи-чукку». Бывали ли у вас ситуации, когда ваши деяния, хорошие или плохие, бумерангом возвращались к вам спустя время? Что вы говорили в таких ситуациях? В японском языке специально для таких случаев есть фразеологизм из 4 иероглифов. Инга-о-хо. Истоки фразеологизма лежат в учении буддизма о кармическом воздаянии или возмездии. Какие деяния вы совершали в прошлой жизни, такие вам вернутся в этой. В этом фразеологизме первый иероглиф обозначает причину, второй – результат, третий и четвертый – соответствующие воздаяние или возмездие. На русский язык чаще переводят как «что посеешь, то и пожнешь». В современной Японии этот фразеологизм чаще используется в негативных ситуациях, хотя он также применим и в хорошем смысле. Были ли ситуации, когда вы могли бы применить фразеологизм «ингаохо»? Делитесь в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.